Записывали диск, и которые будут играть как раз в том составе, в котором мы писали диск. Никого лишнего и никого отсутствующего на сцене нет. Бас-гитара Лев Кузнецов. Гитара Евгений Маталин. Гитара Николай Григорьев. Это такой сложный инструмент. Это американский музыкант. Американский, да? Простой, очень простой американский инструмент, который называется «Добро», ударение на первом слоге, потому что когда Андрей Николаевич Шепелев записался, мы тогда не были лично знакомы, записался на диске ДДТ «Актриса весна», я увидел Андрей Шепелев, «Добро». Я думаю, ну это какое-то, значит, тогда спонсоров не было, наверное, какой-то поклонник пришел и сказал, «Добро, хорошо записались». Оказывается, этот инструмент «Добро», ну проще ее назвать, наверное, она ближе к гавайской гитаре, да? Слайдовая гитара. Андрей Николаевич Шепелев. Создатель и руководитель группы «Гроссмейстер» и создатель группы «Кукуруза». И ваш покорный слуга. На самом деле мы хотели сначала приколоться и сделать это все в камерном варианте, когда, значит, выходит артист, говорит, Владимир Семенович Высоцкий, штрафные батальоны, бас-гитара, Лев Кузнецов. Дальше песня, и так все перечисляют. Следующая песня. Владимир Высоцкий, профессионал, бас-гитара, Лев Кузнецов. Вот так, как это все объявляется камерной шуткой. Вот. Ну что еще рассказать? Хочется большое спасибо сказать Ирине Антипиной, которая сделала дизайн. Хочется сказать, она здесь. Хочется сказать спасибо Сергею Михайловичу Гапоненко, директору, ну вообще, главному человеку в издательстве «Музпром», который занимается исключительно бардовской песней, которая больше всех нормальных дисков вот этих выпускает. Авторов и исполнителей Сергей Михайлович Гапоненко, он здесь. Хочется, да, Андрюхе Шепелеву отдельно сказать за терпение, за запись, когда мы писали в его студии. Это вообще, я видел лично, как этот человек 23 часа подряд делал мастеринг альбома. Вот, я в это время успел спать 3 плюс 3 часа, а Андрей Николаевич Шепелев делал. Я просто думал, что его супруга меня убьет, потому что он четвертый день уже ночевал на студии.
Спасибо всем, кто поддерживал нас. Спасибо Юле Абдуловой за поддержку. Спасибо всем. Спасибо Никите Владимировичу Высоцкому, которого здесь нет, который без проблем подписал вот этот договор об авторском праве. И все было очень просто, быстро, за оперативность. Спасибо всем за оперативность, потому что идея этого альбома родилась у меня только в октябре. В ноябре, а так как я проживаю в Чехии, еще нужно было прийти и записать. Мы это записали с музыкантами за 2 недели. Потом пошла работа по сведению, по всему, и вот Андрюша накладывал вот это на записи слайд-гитару, вот, что было достаточно сложно, потому что Высоцкого только с виду играть песни Высоцкого, это просто. На самом деле очень сложно, потому что вот ребята, гитаристы, они были в шоке на первых парах, они не знали, а что играть. А вроде 3 аккорда, а как вот это все вот раскрасить, как в суть песни. Это были такие творческие муки, можно сказать. Но все работали, все старались, и, по-моему, в чем-то это получилось. В чем-то, наверное, нет. Это судить вам, тем, кто приобретет диск. Вот. А сегодня мы просто сейчас вот сыграем вам всю эту концертную программу, наверное, без всяких комментариев. Нейтральная полоса. На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, справа где кусты, наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, милый то-то сё, надо ж хоть букет цветов подарить невесте, что за свадьба без цветов, пьянка да и вся, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела влаж, и тоже милый, говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвались идти с ними капитан. Да разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь дарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Пьян от запаха цветов капитан мертвецкий, ну и ихний капитан тоже в доску пьян, и повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнул, что-то рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Он пройтиться хотел по ничейной земле. А почему же нельзя? Ведь земля ничья. Ведь она нейтральная, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Родные батальоны. Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки, за этот час не пишем ни строки. Молись богам войны артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы ж травники. Нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы ж травники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура, свою отпили мы еще гражданку, поэтому мы не кричим «Ура!», со смертью мы играемся в молчанку, поэтому мы не кричим «Ура!», со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец, кали руби фашистского бродягу, и если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец,
медаль на грудь поймаешь за ту влагу. Ты бежишь бегом, а лучше бей рукой. Оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, отрубляй выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, отрубляй выше. Считает враг, морально мы слабы. За ним лес и города сожжены. Вы лучше лес, рубите на гробы. Прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес, рубите на гробы. Прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00 и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки. Посвящение Игорю Кохановскому «Мой друг». Первый вариант был «Мой друг поедет в Магадан». Это был ранний вариант у Владимира Семеновича. «Мой друг уехал в Магадан». «Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для малого, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. И там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он. Про то, что в жизни не видал. Про Магадан, про Магадан. Сам собой, с него довольна, с него довольна. Его не будет бить конвой, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан. Уехать с другом заодно и лично дно, и лично дно, и лично дно. Долго, да? Двух часов. Вот так вот музыканты изучают такое. Это песня. Она на диске начинается очень неожиданно, поэтому не пугайтесь. Профессия!
а нам зарплата навалом. Плевать, что на лед они зубы плюют, им платят деньжищи, огромные вещи. И даже за проигрыш и за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клювой. Профессионалом отчаянным малым игра в лотерея, кому повезет, играют с партнером, как быть с матадором. Хоть кажется принято, наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой, и ладно, черт с ним, пускай лежит, не облажай бы. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессионалам, судья криминалам, ни бокс не считает, ни злой мордовой, и с ними лет 20. Кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной? Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже, их бьют там уже на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, а их представитель, хотите, спросите. Недавно заклеен был две полосы, сперва распластан, а после пластырь, а их не пастор. Ну как назло, он перед боем знал, что слабоем, молились троем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам, то много, то мало, на банковский счет, а наши ребята за ту же зарплату уже многократно уходят вперед. Пусть выше линии плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей. За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней. За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней. На диске это угрожающе звучит, когда есть тишины там. Ра! Так что не бойся. Детей стрельную женщину брать надо. Начинать уже. Закусить. Вот и так. Кто привыкли. Так, значит... Песня, которую Высоцкий, по-моему, на концертах не исполнял по цензурным соображениям, так кажется, он на домашней записи есть, называется «Случай на шахте». Это, ну, в общем-то, отражение нашей в чем-то жизни, да? Сидели, пили в разнобой Мадеру, Старку, Зверобой, и вдруг нас всех зовут с собой до одного. У нас стахановец, кокановец, закладовец, и надо ведь, чтоб завалило именно его. У нас стахановец, кокановец, закладовец, и надо ведь, чтоб завалило именно его. Он в прошлом младший офицер, его нам ставили в пример. Он был, как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля, а вот сегодня наломал, как видно, дров. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля, а вот сегодня наломал, как видно, дров. Спустились штрек и бывший зэк, большого риска человек, сказал, беда для нас, для всех одна. Вот раскопаем, а он опять начнет ритуалы выполнять, начнет стране угля давать и нам хана. Вот раскопаем, а он опять начнет три нормы выполнять, начнет стране угля давать и нам хана. Так что вы, братцы, не стараться, а поработаем с прохладцей, один за всех и все за одного. Служил он в Таллине, при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его. Служил он в Таллине, при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его. Вот.
Эта песня мне напомнила такие ковбойские фильмы и мультфильмы, когда они кого-то замуровали, там шляпы снимают такие. Вроде убить его хотели, и шляпы снимают, там Крузе же. Следующая песня тоже, насколько я помню, на концертах в Высоцке не исполнялась. Смогу ошибаться? Это на эту уже или на следующую? На эту. На следующую. Я просто слежу. Мы специально даже фотографию подобрали под песню. Дайте собакам мясо, может они подерутся. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтоб не жреть бароном, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюбленным, дайте укромный угол. Землю бросайте зерна, может появятся всходы. Ладно, я буду покорным, дайте же мне свободу. Сам мясные ошметки дали, а псы не подрались. Дали пьяницам водки, а они отказались. Люди ворон пугают, а вранье не боится. Пары соединяют, а им бы разъединиться. Лили на землю воду, нету колосьев, чудо. А мне вчера дали свободу, что я с ним делать буду? А мне вчера дали свободу, что я с ним делать? Что я с ним делать буду? Сжигая шины, из кошмара городов рвутся за городом машины. И громоздкие картаки, ванфорды, линкольны, сирены. Гигантные мустанги, мерседесы, ситроены будто знают, игра стоит свеч. Это будет как кровная месть городам. Поскорей, только свечи не сжечь. Карбюратор или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины. Среди них как два пятна, две красивые машины, словно связаны тросом, а где тонко там рвется. Акселератором, подсосом больше дела не найдется. Будто знают, игра стоит свеч. Может вырваться, выплатят все по счетам. Ну а может он скажет и речь о клаксоне, или что у них есть еще там. Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры. Опоздаешь, так есть, ты промедлил. Светло-серый, они знали, игра стоит свеч.
А теперь что ж сигналить рекламным щитам? Ну а может, гора ему с плеч или с капота, или что у них есть и еще там. Как беда, стрелки бросивать не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды? Этот сходится один, и врубив седьмую скорость, светло-серый лимузин позабыл нажать на тормоз. Что ж, съезжаться пустые мечты, или это есть ровная месть городам? Покатились колеса, мосты и сердца, или что у них есть? Я вынужден общаться с ребятами, потому что мы записали, и времени на репетиции практически не было в связи с моим непребыванием в Федерации. Вот, поэтому нам нужно говорить друг другу о анализе, какие ноты, например, проигрыш и так далее. Что получилось хотя бы приближенно. Так что простите нас за этот такой кворум на сцене. Следующая песня называется «Бег и находца». Скачу иначе по камням, по лужам, по росе. Бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды, я согласен бегать на луне. Но не под седлом и без усты, если не свободен нож от ножен. Он налазен меньше, чем игла, вот я под седлом и стреножен. Рот мой разрывают дела, но наездник мой всегда на мне. Стременами лупит мне под дых, я согласен бегать в табуне. Но не под седлом, Иисус. Мне сегодня предстоит бороться. Скачки, я сегодня фаворит. Знаю, ставят стены находца, но не я, шаги на мне хрипит. Он вонзает шпоры в ребра мне. С вас горят первые ряды, я согласен бегать до мне. Но не под седлом и не сусты. Пляшут, пляшут скалы на старте, друг на друга злобу сатая, выступление в бешенстве в азарте. И роняет пену, как и я, мой наездник у трибун в цене. Крупный мастер верховой езды, о, как я бы бегал в табуне. Но не под седлом и без усты. Не будут золотыми горы, я последним цель пересеку, я ему припомню эти шпоры, заспою, отстану на скаку. Полагал шаги мой на коне, он смеется в предвкушении мсты. Ох, я бы бегал в табуне, но не под седлом и без усты. Что со мной? Что делаю, как смею, потакаю своему врагу, я собою просто не владею. Я прийти первым не могу, что же делать остается мне? Вышвырнуть шагея моего и бежать, как будто в табуне. Под седлом, пусть, но без него. Я пришел, а он в хвосте плетется,
по камням, по лужам, по росе я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все. Я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все. Самая актуальная песня для меня лично вот на сей момент. Нет меня, я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне. Нет его, умотал наконец. Вот и пусть свои чуждые песни пишет там провинциальский дворец. Слышу сзади обмен новостями. Да не тот, тот уехал, спросит. Ах, не тот, и толкают локтями. И сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок, еще по гражданской войне, да-да, говорит, что пишу ему. Ваня, слушай, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже, конечно, попросился обратно, унижался, явлил, умолял. Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил тому по подарку, что хороший конец, как в кино. Собирай триумфальную арку, налетай на заводы Рено. Я смеюсь, умираю от смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. Какие мы важные сидим. У всех свой пюпитр. Но команды все на всякий случай уточнили. Чуть-чуть Добро Шепелёву в правую линию монитора. Можешь чуть-чуть поиграть, чтобы он почувствовал, что тебе добавили. Я не буду говорить об условном микрофон. Женя сказал, что все хорошо. Дорожная история. Ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул прямым, ходил лыпу, снедул и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был наряд, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай». Там прямо бесы ведят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и отправляют за мажей. Потом зачет, потом домой, семью годами за спиной. 50 года нам не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал. И за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. Кабинец монополит, третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал. Ночь, полночь, ну надо ж так под Новый год. Назад 500, 500 вперед, сигналит зря бурка и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь, сам тут больше нечего ловить. Мол, видишь, сам кругом 500, и к ночи точно занесет. Так сравняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, и конюч, а он за гаишный заключ. И волком смотрит, он вообще бывает груд. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холод на спине.
И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я грустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был дорос, и там был врач, и Мас попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. Следующая песня называется «Диагноз». На стене висели в рамах бородатые мужчины, все в очочках, на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нараском я, не подследственные ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то, подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне известен Склифосовский, основатель института, мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, то прячет желтый дом. А все зависит в доме он от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум, не заходит, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезвый скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенко не стал. Но и врач не лыком шит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в берег, тычет пальцем параноик, и пойди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку, и я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповая на Бурденко, он объяснят, что не душевно, а духовно я больной. Род мой крепкий, все в меня, правда, братец был незрячий. Шурин мой белогорячий, но ведь Шурин не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз, отвечай же мне, будь стор, или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, санитары и светило, все смутились. Законное светило закатилось за спиной, щечки на цепочке как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись белесной, и нависло острие, в страхе съежилась бумага. Доктор действовал во благо, жалко, благо не мое. Но не лист, перо стальное грудь пронзило, как стилет. Мой диагноз паранойя, это значит паралет. Это значит паралет, это значит паралет. Теперь песня, которую Владимир Семенович написал, посетив как раз золотые прииски, где работали артели Вадима Ивановича Туманова. Вот ребята, работавшие в этой артели, присутствуют. Вадим Иванович не смог прийти, плохо себя чувствует. Вот, ну, все-таки 85 лет. Вот. Для вас. Под собой ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую. Скидобоя корабля, но так как я бичую, беспартийный, не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Эс, жизнь, живи, грейся, хрен вам пули и петля. Пью, бывает, хошь, залейся, кореша приводятся рейсы и гуляют над рубля. Руть не деньги, руть бумажка, экономить тяжкий грех. Эх, душа моя теленяшка, 40 полос 7 прорех. Но послал Господь удачу, сработал свечку он, увидал.
Взрыв, как горько плачу, он сказал, вали на бачу, торопись, пока сезон. Что такое там вача, разузнал я у бича. Он на бачу ехал плача, а возвращался хохоча. Бача — это речка с мелью по глубине сибирских руд. Бача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный шачу, ни ханыжу, ни торчу. Взял билет, лечу на бачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на баче 117 трудодней. Подсчитали, отобрали, ну там за еду туда-сюда. В общем, так 3000 дали под расчет. Вот это да! Рассовал я их в карманы, где рук не ночевал. И поехал в жаркие страны, где кафе да рестораны, позабыть, как бичевал. Выпью там такая чача, за советчика бича. Я на бачу ехал плача, а возвращаюсь хохоча. Проник в три двери пьянки и свертелся на пупе. Тоже официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, мне так просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь веселясь. То-то сё-то трали-вали, как узнала про рубли, ага. Слово по слову вали, сотни по столу шныряли, свали вместе и сошли. С ней вышла незадача, но я это залечу. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь хохочу. Суток пять как просквозило, море вот оно стоит. У меня что было всплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Руй последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, как потрачу, я их всем прохохотал. Где вы рассыпные, хоть ругайся, хоть кричи. Снова ваши, дорогие, магаданские родные, незабвенные бичи. Мимо носа носят чащу, мимо рота алычу. Я на вашу еду, плачу, над собою хохочу. Теперь песня, которая нам долго не давалась в этом альбоме, но мы ее все-таки доделали. Не знаю, насколько получилось. Очень сложная. Называется «Конец охоты на волков» или «Охота с вертолетов». Собачьи хвосты подобрав, к небесам удивленные
воды задрав, или с неба возмездие на нас пролилось, или света колец, и в мозгах перекос, только пили нас в рост, и железных стрекоз. Кровью вымокли мы под свинцовым дождем, и смирились, решив, все равно не уйдем. Животами горячими половили снег, эту бойню затеял не бог, человек, улетающим в лед, убегающим в бег. Спором псов ты со стаи моей не бежись, правды спаре, за нами удача, волки мы, хороша наша волчья жизнь. Мы собаки, и смерть вам собачья, улыбнемся же в волчьей ухмылкой врагу. Чтобы в корне пресечь кривотолки, но на татуированном кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. На бегу, уносите же ноги, спасайте щенков. Я мечусь на глазах голод яных стрелков, и скликаю за лучшие души волков. Те, кто жив, затаились на том берегу, что могу я один, ничего не могу. Отказали глаза, притупилось чутье. Где мы, волки, то лесное зверье? Где же ты, желтоглазое племя? Мое, я живу, но теперь окружают меня звери, волчьих не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня, мы их раньше считали добычей. Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу, обнажаю гнилые осколки, но на татуированном кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. Дает роспись, мы больше не волки. Дает роспись, мы больше не волки. Я тут тоже иногда подсматриваю, потому что хочется спеть. Память, пятый десяток уже. Песня без названия, но, мне кажется, одно из сильнейших стихотворных, очень поэтически, прежде всего, произведений Владимира Высоцкого. Существует всего две записи. Одна вот первый раз он написал как раз для Вадима Ивановича Туманова, у него дома. И вторая, и все, и на концерт он не пил ни разу. Мне судьба до последней черты, до креста, спорить до хрипоты, а за ней немота, убеждать и доказывать с пеной у рта, что не то это вовсе. Не тот и не та, что лопастники врут ошибки Христа, что пока еще в грунт не влежалась плита. 300 лет под татарами жизни еще та, суета 300-летняя и нищета. Но под властью татар жил Иван Калита, и уж был не один, кто один против 100. Под намерений добрых и бунтов чита, пугачевщина, кровь и опять нищета. Пусть не в раз, пусть сперва не поймут ни черта, повторю, даже в образе слова шута, но не стоит предмет, да и тема не та. Суета всех сует, все равно суета. Суета всех сует, все равно суета. Чашу испить не успеть на бегу, даже если разлить, все равно не смогу. Или выплеснуть наглую рожу врагу, не ломаюсь, не лгу, с
все равно не могу. Вертящимся клаком и скользком грубу равновесие держу, изгибаясь дугу. Что же с чашей делать, распить не могу. Потерплю и достойного подстерегу. Передам, и не надо держаться в кругу, и в неясную ску, и в кровешную ску. Другу передоверивший чашу сгибу, смог ли он ее выпить, узнать не смогу. Я сошедший с круга пасусь на лугу, я чаши выпитой здесь не гугу. Никому не скажу, при себе сберегу, а сказать и затопчут меня на лугу. Ребята, за вас хлопочу, может кто-то когда-то поставит свечу. Мне за голый мой нерв, на котором кричу, и веселый манер, на котором шучу. Даже если сулят золотую парчу или порчу грозят, напустить не хочу. На ослабленном нерве я не заскучу, я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу. Лучше я загуляю, запью, заторчу, все, что ночью кропаю, чину расторчу. Лучше голову в песне своей откручу, но не буду скользить, словно пыль получу. И если все-таки чашу испить мне судьба, и если музыка с песней не слишком груба, и если вдруг докажу, даже с пеной у рта, я умру и скажу, что не все суета. Собственно, мы сыграли вам альбом, кроме двух песен. Вот, кстати, на самом деле, так разглашаю, мы не нашли автора этой фотографии. Я хоть вручную готов писать автора этой замечательной фотографии, которую мы использовали для альбома. Вручную готов писать на тысячный тираж диска. Вот эта вот фотка снята, я даже знаю, когда снята, я нашел в интернете. 9 декабря 1978 года в одном из, в НИИ, в поселке Менделеево, вот около станции Крюково, Зеленограда. Автора я так и не нашел, к сожалению. Но эта фотография нам очень понравилась. Мы ее вставили на диск. Спасибо большое, благодарность и извинения за нарушение авторских прав этому неизвестному автору. Если вдруг кто-то узнает или автор объявится, скажите мне, пожалуйста, я принесу искренние извинения и впишу его во все эти диски. Если будет следующий тираж, то обязательно. Не нашел. Давайте поаплодируем этому неизвестному автору, Давайте я еще раз хотел представить музыкантов, которые сегодня для вас играли. Андрей Шепелев, добро. Лев Кузнецов, бас-гитара. Евгений Макарин, гитара. Николай Григорьев, гитара. И ваш покорный слуга. Вмещает диск, именно часть вот с песней Высоцкого, бонус-трек мы записали еще одну свою песню. Песня о конце войны, которую Владимир Семенович спел всего лишь один раз. Насколько я слышал, Высоцкий ее написал для сериала «Место встречи изменить нельзя». Вот. Не взяли туда. И один раз ее написал уже для какого-то, записывал специально для режиссера. Сидел дома, там у него три гитариста были, там аж четыре гитары, и там несколько вариантов и в марше, и в вальсе, вот мы попытались это совместить. Всего один раз Владимир Семенович пел, насколько я знаю, это записи есть, и сделали это как могли. Песня «О конце войны». Сбивает из досок столы во дворе, пока не накрыли, стучат домино. Ни в мае, ни ночей в декабре. И тянется время, но все решено. Вот уже довоенные лампы горят пол накала, и из окон на пленный глазела Москва свысока. А где-то солдатиков сердце осколком, осколком толкало, а
где-то разведчиком надо добыть языка. Не выпив с власти родниковой воды, не куплено впрок обручальных колец, все смыло потоком великой беды, которой приходит конец, наконец. Вот уже обновляют знамена и строят в колонны, и булыжник на площади чист, как паркет на полу. А все же на запад идут, идут, идут эшелоны, и над похоронкой заходятся бабы в тылу. Уже не маячат над городом аэростаты, замолкли сирены, готовясь победу трубить. Но родные все-таки выйти успеют, успеют в комбаты, которого все еще запросто могут убить. Вот уже очищают от копоти свечек иконы, а душа и уста, и молитвы творят, и стихи. Но с красным крестом все идут, идут, идут эшелоны, а вроде по сводкам потери не так велики. Вот со стекол содрали кресты из полосок бумаги, вот и шторы долой, затемнение уже ни к чему. А где-нибудь спирт раздают, раздают перед боем, из пляги он все выгоняет, и холод, и страх, и чуму. Уже зацветают повсюду сады, и землю прогрело, и воду во рвах, и скоро наградой за родные труды подушка из свежей травы в головах. Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны, вот и клятвы слышны, жить в согласии любви без долгов. И все же на запад идут, идут, идут эшелоны, а нам показалось, почти не осталось врагов. А нам показалось, почти не осталось врагов. А нам показалось, почти не осталось врагов. Историю рассказать, прежде чем вот, споем песню, посвященную Высоцкому, пока видеоряд до этого собрал. Сейчас будет, да, видеоряд, этот мой фоторяд, который что, заклинило там? Сейчас электрик его вызовем. Значит, да, мы специально делали, когда пили эту песню в Кремле, вот следующую. Да, я там подбирал сам, сидел 6 часов, интернет ковырял. Ну, в общем, вот по поводу песни, которой мы закончили альбом. Не считая этого бонуса, сейчас немножко, о конце войны. Вы знаете, она меня тут догнала недавно. У меня вот у девушки у моей, у чешки, умер папа. И мы его похоронили, ну, он же старенький был.
И так как решили кремировать, осталось море просто цветов и 4 здоровых таких венка из живых цветов. И мы решили это все развести по кладбищу, два кладбища мы объездили, на могилы к родственникам. Причем, самое интересное, честно, это было уже когда стемнело, это после 6 вечера, там темно. И если наше кладбище представляет собой, ужас, вот кресты огромные, все, мрак такой. Много анекдотов про это, девушка, а что нас боятся, да, и так далее. Но в Чехии, у них, во-первых, надгробие поменьше, там, скромнее. Во-вторых, они жгут, вот эти вот зажигают свечки в красных таких лампадках. И очень часто их туда носят. Ты приходишь на любое кладбище, там как светлячки, вот эти свечки горят, и прям как в сказку попал. Вот, умиротворение, а на кладбище все спокойненько, да, как Михаил Мошкин писал. Так вот, поехали мы в такой населенный пункт, называется Яромелица над Рокутову. Там тоже родственники семьи Малиновых. И мама Эвина Милада говорит, отнесем цветы красноармейцам. Вот Эвенька очень любила на могилу этих красноармейцев ходить в детстве. Почему-то моя девушка ходила на эту могилу. А темно было, я попросил фонарь осветить, и меня просто это добило. Вот достал, вот как вдогон этой песни. Там лежат два парня. Это чешская такая, населенный пункт, деревушка, может быть, поселок городской. Там 1500 народу всего. 1500 или 2000. И вот там это кладбище, там лежат два бойца наши. Один рядовой, другой старший лейтенант. Я сфотографирую, обязательно вывешу где-нибудь в интернете. И погибший 9 мая 1945 года. Конечно, там болтались по-чехи всякие добитки, понятное дело. Вот так вот погибнуть в День Победы. И вот эта песня, я когда ее первый раз услышал в конце войны, я просто плакал. Вот. Заканчиваем наш концерт. Это уже мое посвящение Высоцкому, которое мы с ребятами сделали. Процитирую Владимира Семеновича. Жизнь алфавит, я где-то уже в це, че, ша, ще. Уйду я в это лето. Малину плащи. Владимир Высоцкий. Я уйду в это лето с приходом рассвета, не услышав последнего боя часов. Все, теперь я на воле, а друзья с комом в горле выбьют дверь, поломав ненавистный засов. Станут милые братцы по квартире метаться, и рубаху рванут на остывшей груди. Побегут за врачами, что вчера откачали, будут страшно кричать, чтобы не уходил. Я уйду в это лето, пусть наложены вето на возможность дожить, да любить и допеть, пусть на шею прочь. Поводки все короче, но в стране еды нету запрета на смерть. Я уйду в это лето не дурною приметой, а прощением тем, кто вчера целил в лоб. Эта женщина тоже простить меня сможет, разрыдается, бросит цветы мне на гроб. Я уйду в это лето, и восьмым чудом света к вам вернусь нестерпимую болью тупой. Это лето задушит в жаре малодушья, и по площади хлынет скорбящей толпой. Я уйду в это лето, пролечу как комета, и взорвусь, превратившись в рассветный туман. Я уйду в это лето, и осколки поэта разлетятся в кассетах по вашим домам. И останется лето биться траурной лентой там, где в раз оборвалась моя колея. Может, даст после зноя хоть немного покоя. Это лето есть вечная воля моя. Thank you.
спасибо, что вы были с нами, что пришли. Песни не будет, но просто ничего больше не сделали. Спасибо.